Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Игорь Елдашев. И как мы разве говорили вам, мы находимся на производственной площадке чешского завода «Энергомаш», которая, собственно говоря, сегодня действительно является полноценным предприятием, которое имеет полный цикл производства, ну и, конечно же, собственную систему менеджмента качества, контроля этого качества. Но, как вы понимаете, ни одна система контроля не может быть без полноценной лаборатории. Разрушающие свойства, разрушающие методы контроля и многое-многое другое. Оно находится здесь. Отмечу, уважаемые друзья, что действительно в наследство «Энергомашу» досталось очень богатое оборудование, очень богатые возможности проверить практически все механические свойства по определению качества. Ну и, собственно говоря, сегодня моим собеседником будет ведущий специалист лаборатории механических испытаний Никишина Валентина Ивановна, которая вам более подробно и нам всем, уважаемые друзья, расскажет о возможностях лаборатории. А в процессе этого интервью я вам расскажу, на самом деле, уважаемые друзья, к чему оно приурочено и почему мы именно решили вам показать лабораторию завода «Энергомаш» Чехов ЧЗМ. Здравствуйте, Валентина Ивановна, спасибо большое, что согласились рассказать. Несколько слов о вашей лаборатории. Что у вас имеется в арсенале и какие вы можете испытания здесь по определению механических свойств проводить? Ну, в нашей лаборатории много оборудования, в частности, по определению механических свойств на растяжение, на изгиб, на ударный изгиб, при комнатной температуре и при рабочих температурах, там 250, 350, 450 и 500 даже бывает. Ну вот, в основном вот это мы определяем свойства. Валентина Ивановна, спасибо. А скажите, пожалуйста, если сегодня проводить испытания по маркам стали конкретно, вот, которые имеются, какие наиболее часто у вас проводятся испытания здесь? Можете перечислить? Стали? Да. В основном из шипийной стали электрошлаку переплав 20 ша, 0,8 ха, 18, 10 ТШ, 15 ГС. Ну и основное производство 25 Х1 МФ, 25 Х2 1 МФ, 14 Х17 Н2. А какие основные параметры покреждения, которые вы выдвигаете для стали? Можете хотя бы вкратце изложить, что вы проводите? У нас две характеристики основных мы определяем. Это предел прочности, предел текучести. Для определения механических свойств у нас много оборудования. Испытательные машины на растяжение, на изгиб, на ударную вязкость. Ну, вот основные три типа. Вот на них мы определяем механические свойства. Твердомеры, да, твердость определяем на твердомерах. Спасибо большое. Но все-таки, уважаемые друзья, я думаю, что это первая часть нашего репортажа, а дальше мы пойдем еще подальше и покажем вам, что еще может «Энергомаш» Чехов сегодня производить на своей лаборатории. И в конце этого репортажа я объясню, зачем мы это вам показываем. И раскроем, может быть, небольшую тайну, завесу, которая скоро станет явностью. И мы покажем один из первых вас, уважаемые друзья, тот проект, который мы действительно задумали и будем реализовывать именно здесь, на площадке «Энергомаш» Чехов ЧЗМ. Спасибо, друзья.